Дарья Виноградова с 7 класса увлекалась биологией. Наука о живом захлестнула девушку с головой. За спиной Даши победы в различных конкурсах, но на всероссийский этап Олимпиады школьников воспитанница гимназии номер 34 ездила впервые. Испытания проходили в начале апреля в городе Нальчик. Диплом призера Всероссийской Олимпиады по экологии даст Даше право поступить в любой вуз страны по профилю без вступительных экзаменов. Мечта девушки стать медиком стала ближе на несколько шагов. Ну, Олимпиада проходила в 2 тура. Первый был теоретический. Там просто задавали экологические вопросы из разных сфер экологии. И был практический тур. На нем нужно было представить свой проект, который я до этого делала, и на самом туре придумать свой проект, который решает какую-то экологическую проблему. Какой проект у тебя был? Свой. Это исследование ихтиофауны Куйбышевского водохранилища Стромаинского залива. А придумала я проект по решению проблем изменения климата. Это переход к использованию электротранспорта и зеленой энергетики. Если волнение Даши уже позади, то Ане Дергуновой только предстоит пройти через сложные задания Олимпиады. Аня поедет в Нижний Новгород на всероссийский этап по математике. Свое будущее десятиклассница тоже планирует связать с выбранной наукой и очень рассчитывает на победу в испытании. Я начала свою подготовку с 5 класса. С 5 класса я ходила в кружок, математический кружок Леонида Михайловича Самойлова. Там я готовилась, и занималась олимпиадной математикой. В прошлом году я также ездила на Олимпиаду всероссийскую по математике, но там мне не удалось, к сожалению, занять призовое место. В этом году я также поеду и думаю, что у меня в этом году получится занять призовое место. Успехом девочек радуются не только родители, но и учителя. Педагоги гимназии уделяют большое внимание олимпиадному движению и направляют воспитанников по нужному пути. Учащиеся 34-й гимназии регулярно ездят на Всероссийскую олимпиаду школьников и привозят с собой награды. В этом году регион на финальном этапе олимпиады по различным направлениям представляют 36 ребят. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.